88 выпускников Казанского федерального университета впервые получили дипломы об окончании аспирантуры как третьего уровня высшего образования. Вручение таких дипломов происходит в этом году впервые в истории отечественной аспирантуры с присвоением квалификации преподаватель-исследователь. В дальнейшем планирую преподавать, заниматься научной деятельностью в КФУ. Данный диплом у нас дает возможность работать преподавателем, работать исследователем, то есть востребованность в вузах, научно-исследовательских организациях и подобных структурах. То есть здесь уже как бы подтвержденная квалификация. Адель Шамилова, Универньюз.